Всем привет, это у нас Granny 1.5. И в этом видео я вам постараюсь показать конечную сцену с машиной, но также от лица бабки. Ну и сам в ней поучаствую, если получится. Нам нужно будет только сделать баг спрятания в любом месте. Ну и плюс этого мода от 0zrep'а, что можно замедлять время. Так, давайте резко кент-атак включим, чтобы не мешалось уже. А, еще мало того, давайте ее остановим. Тогда вообще классно будет. У нас уже есть вренч. Чтобы видео не было 30-секундным, я решил собирать машину сам. Не буду пользоваться итем-спавнером. Ключ сюда. Так. Что у нас здесь? Ничего. Здесь двигатель, само собой. У нас уже есть Weapon Key. Давайте его сразу возьмем и собьем отвертку. Ну и параллельно канистру. Машина собирается не быстро, но зато с этим спавнером мы бы собрали ее за 30 секунд. У нас ролик был бы минутный. Так, неинтересно, давайте честно ее сейчас соберем. Ну-ка, заглянем сюда. Так, у нас есть ключ-паучок. Так, и больше ничего. Ладно, пока идем за отверткой. Параллельно все смотрим. Так, где всякие? Да, шестеренка. Да как так? Два предмета не сбиваются. Ну-ка. Так, здесь сбил четко. Все, отвертку применяем. Посмотрим, что она нам даст. Так, здесь ничего нет. Дальше нужно будет отправиться к пауку. Возможно, у него в шкафчике есть что-то от машины. Как всегда. Допустим, свеча зажигания. Так, Playhouse Key. Одна шестеренка уже есть, ура. Да, еще, конечно, очень много собирать, но можно его пока здесь кинуть. Ну-ка, аккумулятора нет. Не повезло немножко. Машину потом заправим. Смотрите, где бабку остановил. Так, может быть, шестеренка есть в раковине? Нету. А, ничего нет вообще. Ладно, хотя бы одна здесь есть. И, кстати, что у нас находится у мяса? У настоящего. Тут, кстати, в игре получается два мяса. Которые на крючке висит, и которые часто бывают в унитазе. Что очень странно для игры. Здесь у нас кусачки, тоже очень важный элемент. А, не докинул. Ладно, кусачки нам пригодятся, само собой, на третьем этаже. Прям туда и идем. Но нам еще нужно молоток найти. Он, скорее всего, находится, допустим, в колодце. Так, все, здесь ничего нет. Еще нужно найти мясо. Так, давайте через щель посмотрим, нет ли здесь мяса. А. Мясо здесь, что ли? Да, конечно, фиг ты так посмотришь. Да, мясо там. Все, значит, оно не в сарайке. Это уже понятно. В сарайке у нас, наверное, находится шестеренка. Поэтому берем Playhouse Key. И кидаем через окно. Так, все, первый предмет есть. Второй предмет у нас шестеренка, видите? Бабка не мешается, можно достаточно быстро собрать машину. Но не настолько быстро, как с модом от 0zrep'а, само собой. Так, там за километр улетело, похоже. Ничего страшного. Резко все так. Ну-ка, ну-ка, что здесь есть? А, да, шестеренка здесь, ура. Хоть бы там была свеча зажигания. Смотрите, здесь еще и аккумулятор есть. Так, у нас мастер кей, он нам не понадобится, поэтому все. Здесь мы появимся только ради колодца. Батарею сразу же кидаем вниз. Так, мясо. Нам нужен еще молоток.
Здесь его не было. Так, но молоток может у нас находиться в машине. Так, где у нас каркей? А, я его кинул в проход. Точно. А, смотрите. Долго не брал. Да, у нас молоток в машине. Потому что у нас респаун, когда авиапон Кей находится на кухне. Все, молодец, молоток. У нас сейчас все закрутится. Кусачки нас уже ждут на третьем этаже. Поэтому все классно. Ключ-паучок у нас находится также у Мишки все еще. Я его не принес. Так, что там? Там у нас сейф Кей. И часть двигателя, кстати. Тоже очень классно. Да, тут некий спидран по сборке машины. Так, ключ. А, не прилетел. Ладно, ничего страшного. Это перелетело. Штука. Это у нас крышка двигателя. Ладно. Сейфовым ключом у нас не получится играть. Он летит сам, куда хочет. Так, его сразу же и применим. Кстати, а есть ли смысл? Ну ладно, применим. Там, скорее всего, рукоятка от колодца. Да, но нужна ли она нам? Давайте для начала посмотрим, что у нас уже есть. Нам осталась свеча зажигания. Ее там, конечно же, не будет. Давайте сходим за ключом-паучком. Скорее всего, паук у нас охраняет свечу. Так, еще же Padlock Key нужен. Лень идти. Можно дистанционно взять, видите? Так, нет, лучше здесь. Ну-ка. Мясо нас уже ждет. Поэтому у нас все готово для паука. А что у нас находится в комоде? Ничего. Лучше на паука не натыкаться, потому что он может до своей тарелки донести меня. И можно не успеть взять предмет. Он достаточно быстро ест. Наверное, на харде, кстати, он ест быстрее. Надо как-нибудь это будет проверить. У нас свеча есть. Да, у нас нет Padlock Key. Давайте свечку поставим. Потому что она мелкая, и она точно может затеряться в текстурах. Да, все уже готово, но нет Padlock Key, мы не открыли ворота. Он у нас находится, не знаю, где. Так, канистру бросаем вниз. Часть двигателя. Так, у нас здесь все уже лежит. Кстати, канистра гуляет. Бам-бам. О, и красиво встала. Ладно, еще раз так же скидываем. Потому что ходить полчаса за ними будем. Я сразу, значит, заправлюсь. Газолин Кен. И все. Потом поедем. Так, это есть. Свеча готова. Вренч тоже у нас на месте. Молодец. Так, Вренч, ты где? А, вот ты где. Вихревой ремонт. Дверь скидываем. А, не слетела, ладно, наверное, исчезнет. Так, здесь все собрано? Все, можно капот закрыть. Багажник тоже закрываем. Мы заправились. Теперь применим рукоятку от колодца. Там у нас, значит, будет арбуз, а в арбузе Padlock Key. Так, давайте на всякий случай бабку разморозим. Вдруг это как-то влияет на конечную сцену. Вдруг она не вернется. Точно, у нас арбуз. Есть Padlock Key. Да, хорошо, когда нажат Кент Атак. Все. Я, в принципе, готов.
Только нужен бак. Это отстегиваем. Все, давайте сделаем бак прятания в любом месте. Где моя табличка? Мы как раз здесь находимся. Но еще нужно будет не забыть замедлить время, чтобы я успел вообще на эту конечную сцену-то. И вовремя нажать вылезание из сундука. Тут тоже определенный нюанс есть. Надо в определенный момент вылезать. Так, начинаем. Так, баг получился. Теперь можно выбрасывать эту табличку. И давайте уезжать на автомобиле. Но перед этим, конечно, нужно будет замедлить время. Это само собой. Но не именно сейчас. Можно замедлить позже, потому что машина будет полчаса еще отъезжать. Иначе. Так, но тут главное не прогадать. Все, заводимся. Назад. Так, задавил Грэнни, это классно. Вперед. Давайте сейчас назад. И будем уже работать с игрой. Вот так. Сейчас будем ставить тайм-контрол 0.1 и, конечно же, флеш. Но флеш сразу не сработает. Все, видите, как медленно. Сразу нельзя будет вылезать из сундука, как только появится звук отъезда нашего из дома. Ух ты, как замедленно, классно. Тут есть нюанс. Надо включать вылезание из сундука только когда мы пробьем стену машиной. Но это мы сейчас все увидим. Видите, уже звук пропал, как будто бы мы назад отъехали. Так, где у нас там бабка валяется? Ужас. Не ожидал. Это ж надо. А, вот только сейчас врезались нормально. Ее просто разматывает. Она там на голове как будто летает. Смотрите, это вообще что-то с чем-то. Ее бита держит. Вон, видите, бита. Ладно, все, поехали. Так, видите, звук появился. Все, мы типа выехали, но еще не выехали. Пока нельзя вылезать. Вылезаем только вот сейчас. Все, сейчас флеш сработает. И давайте быстрее в подвал. Смотрите, слышите музыку? Так. Сейчас машина начинает отъезжать. Надо успевать как-то. Это чудеса, конечно. Если я успею. Давай, что ты так долго вылезаешь, гад? Уже машина уехала. Резко бежим. У нас, видите, сенсивити на максимуме. То есть мы почти что как будто в реальном времени находимся. Здесь я сэкономлю время и прыгну вот здесь. Присяду и срежу путь. Тут резко встаем. Так, неужто здесь бабка будет? Приседаем. О, бабка! Прикол! Она стоит, нас провожает. Смотрите. И там машина. Она едет? А нет, уже стоит. Смотрите, бабка. Ой, я в туннель зашел. Это прикол. Бабка провожает взглядом машину. Смотрите, с открытым ртом стоит, она вообще шевелится. Да, слегка шевелится. Вот мы, получается, смотрим от лица бабки. Вот так, смотрите. Вот так. Ой, ну понятно, да? Я в туннеле, она видит это. И у нас как раз слова в The End, которые мы видели из машины, находясь. Вот наша бабка. И она очень сожалеет. Ну, типа машина скрылась, но я сейчас ее вам покажу опять. Да, все получилось, класс. Бабка у нас прозрачная, как ни странно. Ну-ка, книгу можно брать? О, еще даже что-то можно брать. А, кстати, ну кидать нельзя. Садиться можно. Брать можно. Но кидается все непонятно где. Похоже, все в машине, да? Выбрасывается. Даже не знаю. Ну-ка, туда можно попасть? Смотрите, все у машины падает. Что ли?
А, все. Ну все, получилось попасть в конечную сцену с машиной. Я вам показал ее от лица бабки. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Комментируйте. С вами был Топси. Всем пока.